Добрый день! Хочу вам показать, какой результат черенкования листьями хосты. Я показывала, что я хочу попробовать зачеренковать хосту листочками. И вот хочу показать пока промежуточный результат, который на сегодняшний день. Вот хосту я посадила здесь, в таком тенечке, потому что у нас очень-очень жарко. И ролик вот я смотрела, как женщина черенкует хосты прям листьями в открытый грунт. Это Подмосковье, и там, все-таки не такая жаркая погода, как у нас, и, более влажная, там, дожди. У нас вот с весны, наверное, вот как вначале были такие проливные дожди, а после мая, наверное, ни одного дождя вообще не было, температура стоит под 40 градусов, и я вот немножко, посадила и сделала такую, как мини-тепличку, чтобы не высыхали, не высыхала сильно земля под хостами. Из результата, можно так сказать, практически пока никакого результата. Единственное, что вот эта хоста, она там пошла, но я ее сажала. Я взяла одну хосту, один кустик, раздербанила ее, на листики, и вот листики посадила, а это у меня оставался как раз, можно сказать, основание. Было два листика и, пяточка прям с небольшими корешками. Да, она пошла. А вот три листа, которые отдельно с пяточкой я сажала, пока никаких вот листиков, никаких побегов здесь не видно, росточков. Листики вот стали пропадать. Этот вот один практически вообще пропал. Череночки тоже вот сами стали желтеть. Не знаю, какой будет результат, но вот пока результат нулевой. Посмотрим, что будет дальше. Я хочу попробовать еще листьями зачеренковать отдельно в стаканчике и поставить в другую тепличку. Не знаю, если у меня получится вот это сделать, я тоже сниму ролик и покажу. А пока могу сказать, у меня результат черенкования хосты нулевой. Кто пробовал черенковать и какой у вас результат, пожалуйста, напишите в комментариях, было бы очень интересно.